И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, еще один вопрос, в чем состоит. Когда будет погоня, нужно сделать при стрельбе лошадь, значит, заваливается при галопе вперед. Это одна анимация. И вот эта анимация, торможение при галопе. Значит, вот бежит, 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 потом хлоп, тут наездник еще, и по песку она скоблит, и вроде хоп, остановилась, все нормально. Резкая остановка, короче. Так, здесь, значит, путь не прокатывает, потому что анимация, значит, чего? Здесь, значит, бег, ну это понятно, бежит, все подключается. Потом я не знаю, как перевести путь в полную остановку на определенном кадре и остановиться, чтобы кусок был, значит, на движении пути, да? Так, а я сделаю все это дело по старинке. Каким образом? Значит, так. Add. Так, находим вот эту вот шкалу, которую я показывал, значит, очень давно в прошлых, значит, роликах. Разворачиваем ее. Так, единица на нампаде, R. Тоже ее разворачиваем. G. Английская вводим в бок. И N-панель я вам включу скринкаст кей. Так, тройка на нампаде, так, 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 делаем S, и получается что? Два прохода есть, значит, если с десятки она сейчас, лошадь начнет бежать, так, вот, примеряем, значит, таким образом, так, и, значит, смотрим. Тут сейчас будет, конечно, это не солдаты и не анимация из миксама, здесь чуть-чуть посложнее. Значит так, что нам понадобится? У нас, видите, кадров валом, и поэтому будет очень долго, наверное, это все дело анимироваться. Ну, в смысле, перепрописываться, да? Начнем с первых кадров. Так, значит, первый кадр. Первый и, значит, какой у нас должен быть? Пятый, да? Десятый. Попробуем все это дело передвинуть так на шкалу вперед. Прописываем А и так, и тогда получается, что вот эти все кадры, я не представляю, как их прописать. Ну, в принципе, можно, да? Значит, первый, пятый, там. Здесь ноги отталкиваются. Здесь ноги, значит, приземляются. И где они приземляются, это где-то, значит, не получится, значит, с десятки это все дело обыграть. Так, а ну-ка. Это да, это не есть good. Так, это не есть good. Сейчас будем думать. Так, если здесь начинает он двигаться, вот здесь у него идет, так, толчок у него идет на десятом. Значит, он должен оказаться ногами на десятом. Вот здесь. А, и, а ну-ка. Так. Это дело, значит, у нас не прокатит, потому что очень много кадров. Если каждый кадр по чуть-чуть вот так передвигать, но вот это тут не надо передвигать, он здесь еще толкается. Здесь идет толчок на седьмом. Здесь он вроде бы как на десятый должен уйти. А ну-ка. Потом, значит, этот тоже, значит, стоит нога на десятом. Так, это, значит, нога тоже на десятке должна стоять.
Это тоже, значит, стоит на десятке. Смотрим. Так, 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 так. Пошел конь вперед. Восьмерка. Смотрим, где у него нога следующая, задняя стоит. Это значит, давайте поближе подвину, видите? Это получается середина восьмерки, да? Ну, давайте попробуем. Так, вот это на середину восьмерки. Так, теперь эта нога, значит, тоже на середину восьмерки английская. И получается, что у нас вот такой вот финт, да? Так, следующее, значит, если эта нога стояла на восьмерке, в следующий раз она опять же стоит на восьмерке. Потом, где она поднимается, тут уже идет толчок, да? И если она, нога стояла на восьмерке, то смотрим, где стояла другая лапа, да, эта лапа тут. Здесь как бы пролет должен быть, да? Тоже толчок идет. Здесь уже происходит, значит, отталкивание, да? Так, ну это все еще он тут должен быть. А этот, ну давайте поставим где-нибудь вот здесь пока. И посмотрим, значит, пролет, скольжение будет. Да, видите, что здесь идет скольжение. Значит, лапа становится 4-5 между четверкой и пятеркой. Значит, вот это все дело мы ставим вот так вот. Английская, и видите, вот здесь вот, где она и должна, допустим, стоять, да? Так, теперь идет отталкивание, четверка. Так, где у нас две нога должна приземлиться? Так, здесь уже пролет, да? Это получается, что конь должен, где четверка, уже пролететь. Ну, потому что толчок какой-то же произошел, да? И значит, вот так прописываем и смотрим, что получилось. Ну, в принципе, что? Ничего, да? И значит, теперь корректируем вот эту ногу. Значит, это между четверкой и пятеркой. Это здесь вот остановка. И тут тоже понятно еще, значит. И так далее. Так, здесь тоже понятно. Хотя тут уже непонятно. Это значит, толчок был. А, ну правильно. То есть задней ногой. Тогда все еще понятно, да? Так, это вот здесь вот. Так, следующий кадр. Мы все еще тут. Следующий кадр тут, в принципе, что? Произошел вот отталкивание. И сейчас мы должны уйти дальше. Так, а вот здесь какая-то заторможенность. Но это потом, а потом уже не прокатит ее решить. Так, ну это долгий путь. Так, давайте попробуем другим путем, да? Давайте попробуем что-нибудь другое. Это очень долгая песня. Значит, что у нас получается? Открываем заново файл, don't save. Так, и все это дело
Shift A, курва, прикрепим к патчу, семерка на нампаде, сделаем так, здесь не крутим. Так, не повторяйте вот эту ошибку, потому что конь потом будет стоять в эту сторону. Все кручения вот этой пути, значит, крутятся только в Edit Mode. Так, и что мы сделаем? Ну, как вариант, значит. Все это прикрепим, выберем вот нашего коня. Так, вот это вот... Нет. Да, чуть-чуть. Так, и значит, вот это все дело мы протягиваем, оставляем, и значит, Object Mode, выбираем нашего коня, выбираем наш путь, Ctrl-P, сочетание клавиш, Patch Constraint, и смотрим. Вот, все есть. Если я сейчас заанимирую вот это все дело, то мне проще тогда, значит, на пути вот этом сыграть. Так, каким образом? Я выбираю, значит, персонажа и делаю ему, так, animation patch. И вот он попёр-бобёр, но за тормозкой он бежит. Значит, что мне нужно сделать? Так, мне нужно выбрать, значит, вот этот patch animation и, значит, поставить ему тут, ну, допустим, 200, да? Так, теперь зайдем в Node.js Edition, или как он там называется. Так, и посмотрим. Так, если у нас стоит 130, здесь он должен затормозить. Смотрим его пробег. Пробег у него, конечно, не есть good. Значит, попробуем уменьшить action clip. Вот таким вот образом. А ну-ка. О, это он слишком быстро бежит. Так, а ну-ка, сначала. Здесь он вообще не бежит. Значит, еще меньше ставим. Вообще не бежит. Значит, ставим побольше. Тогда на путь ставим 100. Так, наоборот, ставим 120. Смотрим. Не катит. Давайте 100 поставим. Вроде бы бежал. И вот здесь он должен остановиться уже. Если я сейчас уменьшу, вот мне нужно здесь, значит, сделать стоп. По идее, я должен уменьшить тогда путь вот этот. Вот до этой точки. Сделать его короче. И под него подгадаться, и тогда он остановится, но будет дальше проигрываться анимация. Я так думаю. Так, давайте попробуем Object Mode. Выберем, значит, путь. И вот это все дело G уменьшим вот до сюда где-то. Object Mode. Так, а ну-ка, ставим вот здесь вот, оп, уже длиннее стал путь, даже если путя нет, он все равно продолжает двигаться, значит, нам нужно поставить сколько, 100 кадров, да, даже не 100, а 70. Заходим в таймлайн и находим, ставим 70 кадров. Хотя анимация на 130. С этим делом еще нужно разобраться. Так, раз. Так, а здесь поставим
А здесь не прокатит поставить. Здесь хоть сколько ставь, здесь и так стольник стоит. Нет. С этим делом тоже, как говорится, пролетаем. Так, здесь поставим 130 назад. Так, North Animation. Так, вот есть такой вариант, да? Вот раз он идет, идет, здесь у него, значит, торможение, скольжение. Все, здесь он, как сказать, остановился. Мы этот куб примечаем и пробуем тогда, каким образом. Значит, прописываем. Так, патч выбираем, прописываем ему и. Вот, видите, анимация прописалась. И теперь, значит, дальше продвигаем на 80-й. И, значит, этот патч пробуем перетянуть назад вот сюда. Прописываем ему и. Следом, опять же, прописываем на то же место. И следом прописываем опять на это место. И, значит, следом какой тут. Ну, здесь нету, значит, 130-й сразу пропишем на конкретное место. И английское, да? Так, что у него там получается? Так, получается 100-й кадр. Идет торможение. Так, здесь еще он как бы протягивается. Потом он. Так, наверное, вот здесь вот. Так, да, вот он раз остановился. Даже, наверное, ну пусть тут пока будет. Так, теперь здесь тоже уводим. А ну-ка, и английская. Как бы еще чаще не пришлось это дело прописывать, да? Так, я чуть-чуть в бок сюда отведу и побольше поставлю, чтобы вам видно было. Так, значит так. Ну, здесь трепыхания идут. И мы возвращаем, значит, раз, 130-й. Вот сюда его, на эту точку. Прописываем и прописка. И выберем какой-нибудь. А здесь можно выбрать кадр? Нет. Навряд ли, да? Так, ну ладно. Это, наверное, только в таймлайне будет. А ну-ка, таймлайн. Да, вот он. Так, и получается, чтобы трепыханий не было, тогда можно, а ну-ка, если вот эти все убрать, а вот этот перекинуть, допустим, так, где он тормозит. Раз. Тогда вот этот кадр Shift-D и на конечный. Нет, все равно идет движение. Так, значит, если он на конечном, он оказывается на этом месте. Значит, 80-й прописываем. Так, можно еще что сделать? Вот здесь вот поставить такую галочку. А ну-ка, поможет ли она нам? А, нет, она будет. Нет, дальше появляется. Так, ну тут уже тогда попроще. Раз, вот, оп. Прописка.
Так, на сотом и прописка, следом опять же, тем, кто сейчас не понял, что я делаю, я прописываю, значит, этот путь, анимирую путь только обратным ходом. Прописываю именно путю возврат. Так, раз. Убираем скольжение. Почаще придется, видите, прописывать, потому что появляется скольжение каждый пятый кадр. Так, и смотрим, что получается. Так, конь у нас бежит. И тут раз, у него торможение. Но у него, видите, тут еще нужно больше попрописать, чтобы вот этого трепыхания не было. А потом это можно запечь, и будет все, как говорится, хорошо. Вот еще тут почаще раз, чуть-чуть отвести. Печально, конечно, что он так ерзает. А, пардоньте. А чё ж? Так, а если вот эти кадры удалить? Вот, тут прописка уже прошла. Ну-ка, а если эти еще попробовать удалить? Так, нет, эти уже нельзя. Так, можно вот так, а ну-ка, два кадра. Ну, какая капризная штука, а? Так, ну вот как бы, да? Так, теперь почему-то последний начал двигаться. Он тут должен стоять, а ну-ка. И... Так, опять начинается вот это трепыхание, хотя их тут не было. Так, подправим еще разочек, поближе подведем. Так, побольше их поставим. Видите, все равно появляется какое-то дергание. Так, а если на пути поставить, допустим, 70 кадров, тогда он отлетает дальше. И тогда, как говорится, все. Здесь каюк. А если ставим 100, то менять их уже нельзя. Только дошлифовать вот это трепыхание, убрать. И получается, смотрим, что получится. А ну-ка, уберем вот эту. Ну так-то трепыхание сильно не видно, но на последних кадрах прям-таки трепыхается. Хотя...
Так, а ну-ка, где она тут выходит? Вот, я тут прописал, а это вот изменилось. Значит, вот эти пробуем удалить. Тогда вот опять меняется, опять получается трепыхание. Так, delete удаляем, пробуем еще раз подвести это дело. Так, и... Тоже не лучший, конечно, вариант, но и когда нет других вариантов, этот вариант прям вариант. А ну-ка. Так, а если вот здесь вот, смотрите, что еще можно сделать. Прописываем, а здесь в ноль нельзя прописать. Можно 71 вот прописать, если вот 71. Так, не хочет писаться. Error показывает, что путь, мол, того. Значит, это не прокатит. А ну-ка. Ну вот пока более-менее такой вот вариант. Так. Ну а тут решать уже, где вот он должен. Раз, вроде бы здесь закохтиться. По идее, тогда... Так, это что, вот 70-й кадр. Но он здесь должен проползти. А ну-ка, раз, раз, раз. Вроде как долго у него торможение. Тогда получается, давайте еще его вот эту штуку. Так, это 70-й. Попробуем вот этот 70-й кадр G перевести вот сюда где-то. Все, он тогда тут уже не реагирует. Тогда эта уже штука не прокатывает. Хотя нет. А ну-ка, G еще дальше его отведем. О, ну как-то более-менее, да? Вот теперь нужно посмотреть, как убрать это трепыхание или все их прописывать. Или знаете, что еще можно сделать? Сейчас с экрана записать вот этот пробег его и потом просто по картинке подставить, значит, вот эти покадровки, вот где он бежит. Вот. Чтобы потом уже корректироваться. Так, ну если сбоку так показывает торможение. А ну-ка смоем еще разок. Нормально, но вот на последних кадрах, где он стоит, вот здесь у него какая-то вот надутость происходит, вот как бы вибрация, да? Вот нужно ее вот это скольжение убрать. По-хорошему вот это вот надо убрать, и все, она должна как бы восстановиться. Но видите, скольжение куда ушло? Дальше. Я уменьшил уже этот путь. А здесь, значит, где она? В Нордлайне вот в этом. Вот, если брать вот эту акцион, арматур акцион, то здесь я поставил 900. Если я сейчас буду здесь играть с этой штукой, а ну-ка, давайте посмотрим, то будет скорость просто увеличиваться. Вот, а вибрация никуда не девается. Так, раз. Поставим где-то
если больше, то он замедляется. В принципе, неплохо получается. Как вариант можно будет использовать хотя бы для того, чтобы, значит, потом снять с экрана вот эту запись или сделать вот этот рендер и под этот рендер потом подогнать уже вот по шкале или просто по картинке самому выставить коня, передвигая его анимации. Вот такая штука. Надеюсь, кто-то понял, что я сказал, да? Получается, если я сейчас сделаю рендер вот этого всего, допустим, вот в таком варианте, все вот так. Все, потом я подставляю эту картинку, и под эту картинку я просто перевожу свои покадровки и останавливаюсь, тогда трепыхания не будет. Ну вот как вариант такой вот. Вот такая штука. Ну на этом все, всем пока. Если кто-то знает, как путь обрезать, чтобы где-то ставить блок, чтобы дальше все анимация не шла, подскажите, напишите, киньте в группу информацию, если таковая есть, как это все здесь можно обыграть. Я вот не сталкивался, и вот просто сейчас вот мне это нужно, да, допустим, чтобы конь не на месте бежал, а двигался. И когда он будет двигаться, там же будет пальба, стрельба, завалы вот этих лошадей, допустим, грабеж поезда, да, там кто-то должен навернуться, конь должен кубарем полететь, значит, этот конь, допустим, ну, кто-то торопится и быстро тормозит, да, возле этого, у шерифа, допустим, или возле какого-то дома, или возле паровоза, там, ну, не знаю, случаи бывают разные, так что вот такая штука. Ну, вот пока я пришел к такому варианту. Все, всем пока, до свидания.